Общественный театр «Гастер Жастары» подарил уральскому зрителю новую постановку. Премьера спектакля, подготовленного в необычном жанре, шла 2 дня подряд и пришлась по душе многим зрителям. Не так давно при ДК «Молодежи» был создан театр «Гастер Жастары». В репертуаре творческого коллектива 3 спектакля. На этот раз актеры пошли на смелый шаг и выбрали комедию самого сложного жанра. В короткие сроки была подготовлена новая пьеса, компактная и с юмором, отражающая самые актуальные проблемы общества. К премьере готовились примерно месяц. В целом ставить комедию сложнее, нежели драму или трагедию. Конечно же, были свои сложности и трудности. Но весь актерский и творческий состав нашего театра справился, и мы успешно представили спектакль нашим зрителям. Спектакль «Фантазия» поставлен в таком уникальном жанре, как эксцентричная комедия по произведению Бердыбека Сокпакпаева «Меня зовут Кожа». Юмор и пародия, смешные и саркастические сценки стали главной фишкой постановки. Мы пришли на премьеру, чтобы познакомиться с новым жанром, делиться впечатлениями зрителей. Спектакль очень понравился, необычный жанр, было интересно. Хотя это молодежный театр, актеры сыграли свои роли блестяще. Я являюсь постоянным зрителем, не пропуская новые спектакли и премьеры. Желаю творческому коллективу только успехов и новых постановок. Стоит отметить, что премьера спектакля шла 2 дня подряд. В планах молодого коллектива и дальше внедрять новые жанры, представлять спектакли в новом формате. Альбина Кумаргалиева, Рустем Ищанов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.